людям. Себя просто. Да, давайте просто примеры из жизни. Однажды я пришел в фитнес-клуб, такой говорю: ребят, хочу у вас работать. Он говорит: у тебя есть какие-нибудь сертификаты, там что-то преподавать? Я говорю: нет, у меня никаких сертификатов. Они такие: ну как же мы тебя тогда возьмем? Я говорю: ну а как меня брали в других еще клубах? Так же и возьмете, все просто. Они такие: и как тебя там брали? Меня брали так, я просто прихожу, говорю: давайте я вам бесплатное занятие одно проведу, вы посмотрите, люди позанимаются, они выйдут, вы у них спросите, хорошо, нет, плюс сами посмотрите, что на занятии происходит. И потом же примите решение о том, что брать или нет. Просто, а человек, который ведет, например, в это время, он может просто посидеть, отдохнуть, там, посмотреть, и он получит за это деньги, за это занятие, да? Я провожу занятия, все, естественно, там лучшие занятия в жизни провожу. Все выходят там в эйфории, там, ну, женщины в основном в фитнесе, да. Все круто, все хорошо. Они выходят, говорят: это просто божественный мальчик, мы хотим его взять, чтобы он был в фитнес-клубе. Вот давайте с ним договоритесь. Все знают уже про эту схему, да. И говорят: ладно, приходи еще раз. Приходи еще раз, мы попробуем тебе время дать. Сначала непопулярное время. Мне дали 10-11 утра, четверг, понедельник. Это супер непопулярное время. Потому что 7 вечера в фитнес-клубе это популярно, 6-7 вечера и прочее. Понедельник, четверг. Я просто много там по педагогике еще книг читал разных, да, чтобы с детьми заниматься, потому что разные группы вел. И такие вещи то же самое, что приходят люди зачем? Пообщаться, получить отдохнуть, получить какое-то удовольствие. То есть нужно там шутить с ними, все время веселить их, развлекать. Позаниматься, привести себя в форму, ну, собственно, и все. И за это мало заплатить. Вот. Если человеку все это дать на одном занятии, то он придет на второе. Все очень просто. То есть, я построил занятие так, что я ему давал. Я их погонял, мы с ним посмеялись, полежали, пообщались, музыку послушали. И потом они за это обычную совершенно цену заплатили. Потому что другие преподы этого не дают, они просто приходят, дают там связку, какие-то там рутины и все. Ну там, занятия. Все. Понимаете? И через какое-то время, через там 2 месяца, на моих занятиях стал полный зал, вот пилатес я вел, у меня полный зал, у меня женщина заходит и говорит: к сожалению, просто уже все не вмещает зал. Там все было занято, я сам не вел, я просто стоял, потому что все было занято. Серьезно, 10 утра это как раз время непопулярное. Все было занято. И приходили вот эти руководители, говорят: как ты это сделал? Почему у нас в 6 часов, 6-7 меньше народа, чем в 10-11 ходит? Причем эти все женщины, это практически новые, которые в клуб пришли, они приходят, там, вот, мне делать дома нечего, домохозяйки. Сейчас Сашка нам кейс рассказывает. Да, абсолютно кейс отзыва. Да, он уже продал. На самом деле, если вы замечали, то я положу вот это все по той схеме, которую я до этого выше написал. Абсолютно той же схеме.